есть средства на приобретение документации на строительство поликлиники. Это около 16 миллионов рублей. Есть проект, есть желание, есть место, будем строить. Потому что, конечно, это единственный район, где нет у нас детской поликлиники. Детские сады планируем сейчас, конечно, вот этот садик, который на 335 мест. Его надо строить. Его надо елочку, надо строить. Мы планируем в этом году начать строительство. А как будет, как уже пойдет дело, будет финансирование, пойдем дальше. Но сейчас мы сдадим обязательно елочку. Это железнодорожников садик, мы ее уже капитально ремонтируем, это 110 мест. И планируем пару школ, будет у нас получаться, как и по 57-й школе у них, сделать, где площади они задействованы, тоже несколько групп сделать садику, чтобы облегчить. Все-таки в Фокинском районе самое большое количество деток не устроено в садике.